Доброе утро! Мое утро началось в 12:30. Я проснулась, пошла на массаж. Рабы принесли мне еду, и я поела. Это я так себе думала, что у меня такое будет утро. А на самом деле получилось, что в 9:30 пришел мой менеджер Тони. Говорит: Аня, к нам приехали две новые модели, точнее, муж и жена модели. И они хотят спать в своей комнате. Они сказали, что они будут только вместе. Можешь, пожалуйста, переехать на 5 дней в гостевую и спать 5 дней на диване? Я говорю, типа, нет, извините, но нет. Он такой: ну, пожалуйста. Они просто вот только приехали, они муж и жена, и они не хотят спать в разных комнатах, как мы предполагали, поэтому тебе нужно переехать. Говорю: ну, это все прекрасно, но я не буду спать на диване и в общей комнате, там, где все ходят. Он говорит: ладно, давай, но если хочешь, мы тебе снимем отель. Говорю: давайте. Он подрастроился, потому что он не ожидал моего утвердительного ответа. В итоге приехали эти парень с девушкой в 10 утра. Хотя я вообще думала, что они приедут где-то вечером. Меня никто об этом не предупредил. Я как минимум не пособирала вещи, которые лежали на полках, такое после фейк-маркета. Вот. Начали шуметь, я уже не могла спать. Взяли меня и испортили мой сон до 12:30, как минимум. Так, короче, решили, что у нас в комнате стояла большая кровать двуспальная и маленькая, на которой спала Валентина. Короче, меня очень сильно попросили на 5 дней переехать, ну, до моего отбытия домой, попросили переехать на кровать Валентины. И вот я сейчас буду 5 дней спать и жить с парочкой. Супер, отлично просто. Сейчас я еду в центр, сейчас уже 12:30, я пока собралась, пока покушала. Я хочу купить себе контактные линзы цветные, потому что я себе купила этот парик. Гулять так гулять. Вот, потом я, возможно, пройдусь по шопингу. Короче, потом будет видно. Станция метро на нашу Левобережную, похоже. Короче, пришла я в эти линзы. Я забыла снять там прям на месте. Я спросила у нее цену, она сказала 256 юаней. Может, я ее, конечно, неправильно поняла, но 256 юаней за цветные линзы не для зрения, а просто нулевки. Кошмар какой. Мне и мои глаза нравятся. Эй, ребята! Где я была? Хотела купить себе линзы, оказалось, что они дорогие, а я вам рассказывала. Ходила в H&M, накупила кучу себе шматья, может быть, вам покажу. А сейчас я встретилась с Милой. С Милой из КПИ. КПИ – это Киевский политехнический институт, если вы не знали. И мы пришли в китайский квартал, да? Юань Гарден – это старый дворец и плюс сад после дворца, который построил император. Не буду говорить, какой, чтобы не позориться. Хорошо. Вот, вы поняли, да? Вот там, смотрите, все такое красиво, ничего себе. Вот, мы пошли дальше. Плавает. Видно, не видно. Там, короче, ребенок плавает. А там человек плавает. Мы пришли в пузатую хату по-китайски. Берешь разнос, проходишь. И выбираешь себе что-то, что тебе нравится. Там ММДМСа. Ой, это так пахнет шоколадом. ММДМСом. Как вкусненько. Класс. И эта чашка стоит 79 юаней. Вау. В ММДМСе есть свои шнурки. Есть одеяло. Панда ММДМС. Носки ММДМС. С разными эмоциями. Наушники ММДМС по 65. Носки, кстати, вот, 35-55. О, обалдеть, смотрите, мини-чемодан для детей. ММДМС. Все по цветам разбито. Будка для фото ММДМС. Интересно, это платно или бесплатно? Они не такие глупые, 30. Палочки ММДМС. Всякие резинки ММДМС. 55, ребята, как-то многовато. Это ж надо. ММДМС на. Вау, тут можно выбрать любые ММДМСы.
за 250 грамм, если я правильно понимаю. Боже, тут столько всего. А сколько тут красителей. Есть уже готовые наборы. Сейчас меня проанализируют.